Доброго времени суток, дамы и господа. Меня зовут Дмитрий Медведев. И на моем канале «Заработок в интернете без вложений» мы с вами наблюдаем криптовалютой наши кошелечки, чтобы стать состоятельными людьми в недалеком будущем, когда криптовалюта выстрелит в очередной раз. Подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного проекта. А если удобно отслеживать информацию в соцсетях, подпишитесь на мои группы «Заработок в интернете без вложений». Это можно сделать на главной страничке моего канала в правом верхнем углу, а также в описании любого видеоролика. ВКонтакте, Facebook, Telegram, Twitter. Вы еще не в этом проекте? Откладывайте все. Принимайте участие. Сегодня я покажу свой результат за 6 дней работы. В этом проекте мы с вами реально сможем заработать огромные деньги. Полная информация об этом проекте, об этой бирже, которая раздает бесплатные токены, на моей главной страничке. Вот в этом видео. 7500 долларов без вложения. Bitstack, Bittrex. А также ссылочку на этот проект вы найдете под любым роликом моего канала. 7500 от биржи Bitstack. Поэтому откладывайте все, найдите мой видеоролик, который я делал 6 дней назад, и посмотрите его очень внимательно. А здесь я просто покажу результат своей работы. И какие-то неточности были в том видеообзоре, я постараюсь их поправить. Биржа уже работает. 6 дней назад мы проходили с вами верификацию, а также регистрировались на этой бирже. И мы получили 1700 токенов. На данный момент у меня 19600 токенов. Что также можно увидеть, нажав на Wallets. BXBC. 19600 токенов. Давайте нажмем на My Account и на Candy. И я расскажу, откуда было поступление этих токенов. 28 февраля мы с вами зарегистрировались. И получили 1700 токенов. Все увидите в том видеообзоре. Переключаемся на март. И вот видим, где галочки. Я получаю каждый день по 200 токенов, просто заходя на эту биржу. Логинись. Плюс к этому открываем Notifications, заметочки. Последнюю страничку. И вот видим, да, что 28-го мы с вами зарегистрировались, получили 1500 токенов, а также зашли, залогинились и получили 200. Нажимаем на третью страничку, и теперь я объясню, откуда набирались эти токены. Также напомню, что в том видеообзоре я показал вам полностью, как пройти новую кастом процедуру. Там нет ничего сложного, поэтому посмотрите и сделайте то же самое. По-моему, правда, немножко неточности в цифрах были, поэтому я сейчас поправлю. Итак, мы с вами 1700 заработали, и вот это идет по 500. Это все за то, что по моей ссылочке регистрировались рефералы, друзья. Вот это 1000. Это за то, что какой-то из моих приглашенных гостей, друзей прошел КУС, то есть новую кастомную процедуру. Ему утвердили. За это я получаю 1000. За простую регистрацию по моей ссылочке я получаю 500. Давайте посмотрим дальше. 200 я получил за то, что залогинился. Это уже было первое число. Ну, соответственно, 500 за реферала. Также второе я залогинился, получил еще 200. Ну и так далее. 500, 500, 200, 200. Нажимаем на единичку, первая страничка, последняя, вернее, она будет. И видим, что также 500, 1000, то, что кто-то из моих приглашенных прошел верификацию. Опять 200, 200, 200. И вот здесь вот сегодня мне положили 4000 токенов на счет за то, что моя верификация уже была пройдена. То есть не пройдена, а проверена. Ну и последний день сегодня, вот я еще раз получил 200 токенов, когда залогинился. Насчет верификации, нажимаем «My Account». И профайл. И вот видим здесь, что желтый значок появился. V2. То, что моя верификация пройдена. И теперь я смогу выводить токены, когда они появятся на этой бирже. Сколько они будут стоить и сколько могут стоить, обязательно посмотрите в том видеоролике. Я думаю, все сомнения у вас отпадут. И вы бросите все и начнете заниматься этим проектом. И реально мы здесь с вами сможем заработать хорошие деньги. Кому было интересно, полезно, информативно, обязательно поставьте лайк. Ну, кому не понравилось, можете поставить дизлайк. И обязательно подпишитесь на канал, потому что здесь будет еще много интересного. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующий проект. Пока-пока.